Всем привет! Вы на канале Мотолайф, я Комбат, и у нас обзор дороги Днепропетровской области. Мы сейчас находимся на выезде из города Апостолово и будем ехать в Кривой Рог. Вы просили показать именно этот отрезок дороги, и сейчас я вам его покажу. Итак, поехали! Только отъехали от Апостолова, и вы увидели по этому маленькому отрезку, какая там дорога. В принципе, оно и обрисовывает все состояние дороги Т-04-19, потому что мы ехали только что от Софиевки до Апостолова по дороге Т-04-19, и там, конечно, очень-очень интересная дорога. Кто не видел это видео, я ссылочку оставлю в описании. А сейчас мы повернули в сторону Кривого Рога по дороге национального назначения Н-23. Я почему-то думал, что если национального, то сейчас здесь будет автобан. Ага. Автобанище просто. Сейчас смотрите, я вам покажу. Проехали мы первые 10 километров, весь путь у нас займет 40 километров, где-то 38 минут показывало, что нам ехать. Ну, что я вам хочу сказать, первые 10 километров дорога, ну, в принципе, латаная, перелатанная, полностью вся в латках. Вначале очень сильно было много ям. Наплывший асфальт, было опасно ехать, потому что глубокие ямы, острые края их, поэтому там очень внимательно надо быть. Сейчас ям стало поменьше, но все равно встречаются они глубокие, трясет. Ну, дорога такая, конечно, очень-очень подубитая. В принципе, это Н-23, эта дорога как бы длинная, и от Крапивницкого до Кривого Рога ее уже сделали полностью. Я в прошлом году ездил, показывал этот обзор, когда ее еще делали, ну, доделывали уже, но сейчас ее сделали. Я, в принципе, в этом году еще буду ездить, и, скорее всего, что я вам покажу ее, как ее классно сделали. Но, в принципе, теперь в этом году должны от Кривого Рога идти в сторону Запорожья там и так далее. И этот кусок тоже должен быть сделан, потому что это все это одна дорога национального назначения Н-23. Ну, скачем просто между ям, виляем. Не знаю, что там дальше будет. Давайте смотреть.
мы уже переехали границу города Кривой Рог, показал, но по навигатору показывают, что нам еще ехать 9 километров. Ну, это, наверное, уже центр города, но уже здесь у нас уже Кривой Рог. Ну, здесь уже, естественно, дорога стала лучше. Ям намного меньше, а вот тут уже поновее асфальт. Здесь ям вообще я не наблюдаю. Вот мы уже как бы въезжаем в Кривой Рог. Что я хочу сказать по отрезку дороги от Апостолова до Кривого Рога? Вот самый страшный бич этого отрезка – это глубокие ямы с острыми краями. И чем эта опасная дорога еще, что вы можете разогнаться там до определенной скорости, разрешенной, естественно, и не заметите яму, потому что они не так, что сплошняком, и вы постоянно в напряжении. То есть нормально едете, а потом бац, участок полностью весь в ямах, причем сильно глубокими. Поэтому очень-очень аккуратно надо ехать по этой дороге, особенно в темное время суток. Это единственное, что я могу сказать по этой дороге. Ну а так, конечно, ее надо латать. Латать, как, ну, она как бы и так, как я говорил, что она перелатанная. Ну, надо ее делать как бы нормально. Но так, как бы, следите за дорогой, чтобы не влететь в яму. Вот это самый основной месседж по этой дороге. Ну что, если вам было полезно это видео, подписываемся на канал MotoLife, ставим лайк и бьем в колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А мы будем инспектировать уже следующую область. Что это за область, вы скоро узнаете. Итак, до встречи на дорогах. Пока!